штатной навигационно-мультимедийной системе Bentley Continental GT 2017 года подключена дополнительная навигационная система на базе Android. Ставит ее прежде всего для того, чтобы пользоваться Яндекс.Навигатором. Слушай, Яндекс, метро Сокольники, поехали. Кроме Яндекс.Навигатора, через 100 метров вы можете самостоятельно зайти в Play Market и скачать любое приложение, не выходя из автомобиля, потому что интернет всегда с вами. Управление системой, переход из одного режима в другой, осуществляется с помощью штатной кнопки, как в штатную систему, так и в систему Android.